формат. Не формат. С Михаилом Задорновым. Лучшее. Для встречи Нового года в сентябре летели здешние московские такие ортодоксальные евреи в Израиль, естественно, на родину свою историческую. И детей было очень много, тоже израильских детей. А там же принято все разрешать детям. Шум, гам, самолет трясется больше, чем в турбулентности. Бегают, орут, никто им замечаний не делал. Гениально наша девчонка какая-то выступила. Видимо, она без мужика летела, ее прорвало, она спать не может. А видимо, с похмелюги, с реальной, вышла. Перед салоном расстегнула лифчик, расстегнула кофточку, сказала: «Видели? Если они сейчас не заткнутся, я вообще разденусь догола». Сидели, как мертвенькие. Никто не пикнул ни разу. Неформат. Видел, на ларьке было написано, и мне это очень понравилось, это уже от простонародья подарок: «Говорите громче». В ларьке работают холодильники. Вы представляете, этот шум, грохот. Где они такие холодильники взяли? Неформат. Я выступал в Люберцах, в книжном магазине. Шкафы, на каждом шкафе написано, там, я не знаю, эзотерика, там, приключенческая литература о любви. И на одной полке наверху, значит, написано «Сентиментальный роман». Стоит одна книга, одна. Готовы, как называется, «Сдохни, тварь». Неформат. Во втором классе учительница сказала детям: «Нарисуйте мир глазами кузнечика». Я вообще не могу. Я смеяться начинаю, потому что... Ну как, ну это даже не анаша. Это две таблетки ЛСД надо принять, два колеса, чтобы увидеть мир глазами кузнечика. Неформат с Михаилом Задорновым. Я был еще в турбюро в одном. Там все говорят очень круто, и мы об этом с вами уже не раз упоминали. Им нравится говорить: «Где твои атачменты, заруф клиента?» В общем, им кажется, что это... Им нравится называть туры красиво. «Сафари экологикал тур». Я ездил в такой тур лет 10 назад. Мне двух жуков показали в пустыне. И сказали, что это крутое сафари. Вы увидите мир глазами кузнечика. После. Я решил их немножко приколоть. Говорю: «У вас не очень интересно туры называются по России. Назовите, например, Ecological Trip Aborigen Tour». А они записали, что это? Я говорю: «Это поездка на маршрутке в Кострому». Это некоторые засмеялись. Один говорит: «Можно повторить еще раз? Это круто». Он говорит: «Это сработает». Я говорю: «Тогда пиши еще Extreme Survive Railway Style Exotic». Он говорит: «Что это?» Я говорю: «Неделя на Курском вокзале с бомжами». Неформат с Михаилом Задорновым. Лучшее. Смоленской области киоск. Надпись: «Аптека гея». Ну, вы так сказали, я расшифрую, потому что все поняли в одном только смысле. На самом деле это названо именем богини Земли. По-гречески. Но, во-первых, причем смоленская богиня греческая. И, конечно, нелепость, просто очень нехорошая получилась. Неформат с Михаилом Задорновым. Вот Зверев, он стилист. Попробуйте назвать Зверева парикмахером. Он, у него губы лопнут. Надо стригун. Вот Зверева. Постригун. Неформат. Вот эти молодые шоумены сейчас говорят: «Я стендапер». Я все время думаю, ему не стыдно про себя вот такие слова. И я одному говорю: «Ты не говори по-русски». Он говорит: «Как?» Я говорю: «Стояк. Ты юморист стояк. А если не смеются, ты юморист сухостой». Неформат. Роддом работает с 12 до 17.00. Все, бабы, подстраивайтесь. Неформат. Когда я в последний раз был в Бостоне, в Америке, конечно же, администратор, который провожал меня в мой номер, спросила в лифте: «Как вы доехали?» С улыбкой. Я говорю: «Плохо». И она увяла. И она не знает, что ответить. Потому что у них принято отвечать: «Fine!» И тогда сказать: «Яра, I am glad to see you!» Все эти завывалки америкосские. И также: «Как вы у нас провели время?» Я когда из Плаза выезжал в Нью-Йорке,
Я говорю, очень плохо, все, побелел, позеленел, ответа нет ни черта. Вот так с ними и надо разговаривать. Что они нас хотят на свою программу поставить, и в результате нас ненавидят, что мы не становимся такими же зомби, как они. Неформат с Михаилом Задорновым. Читайте, это замечательно. Новый глава президентского управления кадров Антон Федоров прочитает мэрам лекцию по антикоррупционному поведению. В том числе проведет ликбез по отказу от зарубежных счетов и правилам подачи деклараций. Это официальное признание коррупции среди мэров, да? Неформат. Объявление в газете. Ну вот как такое можно напечатать? Очаровательные котята от небольшой собаки. Неформат. Разговор в женской компании. А вот мой муж программист, целыми днями сидит за компьютером. Ну а какие у вас комнатные растения? Неформат. Изящную фразу слышал. Моя жена мне изменила с олигархом. Один мужик другому говорит, и чё, говорит, и у меня выросли рога изобилия. Не формат. Хазан вчера позвонил, говорит, хохочет. Я говорю, не могу остановить его. Он говорит, представляешь, что я прочитал? Я читаю про Сталина. Вот какая связь может быть между Сталиным и мной, как вы думаете? И там написано, что на одном из съездов партии еще в царское время... Да, в Думе. Ленин же был одним из депутатов. И написано в этой книжке, что когда кто-то сказал, у нас нет партии, которая может взять власть в свои руки, Ленин выкрикнул своим голосом, который я не могу изобразить, есть у нас такая партия. И раздался хохот такой долгий, как на концерте у Задорнова. Неформат. Я однажды слышал, как наша разговаривала в Англии. В начале 90-х годов был выпущен русско-английский разговорник. И наши приехали в отель и попытались разговаривать по этому разговорнику. И второй вопрос они задали. Я не знаю, что с вами будет. А в номере есть туалет? Ну, потому что это у русских всегда спрашивали в России, в советское время. А представляете, что было? Они приехали в четырехзвездочный отель, и по разговору там написано, надо спросить, у вас есть туалет в номере? О, там коллапс наступил в администрации. Неформат. Надпись на перехватывающей парковке у метро Тушинская. Водитель, не оставляй здесь машину на ночь. Помни, в полночь твоя карета превратится в тыкву. Охрана. Что-то хотел умное сказать, но умное выскочило из головы. Неформат. Неформат. С Михаилом Задорновым. Лучшее.